Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Мортин, а также капитан Очевидность. Здорово, ребятки! Красавчик! Сегодня, друзья, вы увидите последнюю игру моей команды на Warface Indie Light Fantasy League. Ну а также мы обсудим, как этот турнир прошел и чем закончился. Всем приятного просмотра! Round 1. Fight! Че, ребятки, заходим потихоньку, да? Красава, папаха! Осторожно, вообще молодец! Все, минус дали! Ща ноги пойдет! Колян молодец! Красава, Коля! Все, ребятки! Ща вообще за... Блин, нет! Ты где там? А ну, уходи! Молодец, Машенька! Умница, все, ща мы прорвемся, всем покажем! Подожди! Сука! Что делать-то? Не, это кто? Режим маслочизации активирован. А, да! Иди гни! Бомба взята. Сейчас, подожди. Пока нельзя гнуть как. У нас затруднение имеется. Бомба установлена. Надо вот так сделать. Пусть на меня выходят из дыма. Тогда у меня будет преимущество. Вот здесь лягу. Так, вот так лягу, чтобы с кафеля меня видно не было. Все, пусть попробуют зайти. Заходят! Заходят! Ноги пошел! Да, готов! Все давай! Красавчик, папа, я молодец! Да, так, тут я аккуратно. Эх, блин. Так! Ай, убили меня, ребята, давайте, гните! Чуть-чуть осталось. Мы проиграли. Вот это наглость! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Маша, красавица! Давай, Мария! Давай! Давай! А, меня резнули, тихо! Наш отряд разбит. Мы проиграли. Я дурак. Пошел. Да, ну блин, с двух сторон. Враг уничтожил всех наших бойцов. Раунд проигран. Чувствую, ща мясо будет. Бля, лучше молчи, сейчас тапком получу, отвечаю. Нет, ребята, ай. На тебе, вот тебе вот так вот. Нет! Мы проиграли. Ору, сука, еще и на колбасу пустили. Ракутани, ты реально агент 3-14, я отвечаю. Сука! Fight. Давай, Ебукешка, предоставь нам нормальный контент. Если покидать турнир, то красиво. Нормально сейчас будет по самые помидоры. Мы никуда не торопимся, подожди. Мы хотим на третью карту вообще, так что отдыхай, Кэп. Сейчас прямо тут такой контент еще попрет. В крайнем случае нет. Но скорее всего, да, нормально все будет. Бля, или не будет. Урон-то где? Дядя! Да не, ну, сука. Не люблю я быть один. Я не люблю одиночество, сука. Вру, люблю. Миссия провалена. Эх. Давай, папая. Вот так. А, да, это тебя. Ладно. Ну, ты тоже молодец, молодец, молодец. Не зря я тебя резал. Машинка умница как. Я опять один, блин. Ладно, иди сюда, чё. Ага, да, конечно. Вот он я. Враг уничтожил всех наших бойцов. Тип-т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 ип. Балансный. Опа. Здравствуйте, мои хорошие. Люблю снайперов на ближней дистанции, да? Хеллоу. Атака. Эня. Сука. Ну почему я такой рак, а? Фига себе, Санёк, ну ты, блин, ну это как-то... Бомба установлена. Бомба, блин, установлена. Не нужна никакая бомба, бля. Отстаньте от меня! Не смей, это второй раз не прокатит, я тебе обещаю. Вся наша
команда уничтожена. Мы проиграли раунд. Бомба установлена. Так, хорошо. Да ну блин, как так-то, блин? Почему? Наш отряд разбит. Мы проиграли. Эх, мы поднагнулись. Бомба установлена. Ежик в плане. Так, не-не-не-не, не надо так. А уже... Ладно, я сейчас сам. У меня обычно хорошо работает. Во! Нормально. А, конечно. Дабл килл, детка. Так, да, блин, Сайрус, ну чё ты не контришься-то не постоянно, а? Убейте его, пожалуйста. Мы проиграли раунд. Враг уничтожил нашу команду. Как так-то? У наших анус в пирамиде. Я в курсе, Кэп. Я уже вижу, что там что-то. Не тупи. Да что тупить, блин, эти Блэквуды все на одно лицо. Что наши, что противники, что медики, что снайперы. Эх. Ладно, Ракутагин, не переживай. Красиво закончили турнир. Дрались прямо как драконы. Благодарю вас. Ну мы это как-то могли забрать, отвечаем. Вот так, друзья, для нас и закончилась фэнтези-лига. Должен признать, на самом деле я не особо расстроен. Да, могли выйти в финал, могли побиться за звание чемпионов. Но в принципе, играли-то красиво, играли-то весело и играли здорово. И, кстати, все мои тиммейты на последней карте этой играли просто офигенно. Все играли хорошо, все давали минусы, все что-то старались делать. И вообще на протяжении всего турнира все отличились. Маша с Купидоном, эти клатчи, это красота просто. Папайя своими люрк-действиями, своими минус 3, невероятными какими-то тактиками. Ну и Коля Слайд, что там говорить? Коля, спокойно, забанят. Минус 4 с дробовика просто с лету за полсекунды. Это незаконно, Коля. Ну ты это дело брось. Так что все молодцы, все супер. Спасибо вам огромное за игру. Я нисколько не жалею, что выбрал именно вас. Это было классно, сочно, интересно. И, конечно же, хочу от души поздравить Александра Разора. Команда Indie Fight. Я бы болел за Костю, как бы я тут не отрицаю. Костя мой кореш закадычный, мы с ним сокланы, это понятно. Но, Сань, ну мы с тобой тоже как бы это вместе индейку ели, было такое. Так что, Саш, красавчик. И что должен отметить, вот сам Александр, он на себя был не похож. Забудьте, нету больше, ребят, никакого вот этого агента 1.17. Нет его, все. Вот реально нет. Саша на протяжении всего турнира реально стабильно хорошо отыгрывал. Давал свои минуса, показывал красивую игру. Реально выходил на киберкотлет, там взрыватель голов делал сега. Реально красавчик, реально молодец, поэтому никаких претензий быть не может. Вначале, когда только начиналось, там одна-две катки, я думаю, ну блин, у Саши сильная команда, просто ему везет и так далее. Но потом все стало очевидно. Все стало очевидно, дело там далеко не в команде, дело в том, что сам Александр действительно прямо свою игру очень сильно подтянул и очень-очень силен. Это, наверное, действительно сейчас один из самых сильных ютуберов. Миша, здоровья тебе! Я давно тебе хотел его пожелать. Здоровья. И вообще, я должен сказать, что у Михаила стальные яйца. Потому что после вынужденного, скажем так, перерыва прийти на турнир и гнуть, это заслуживает уважения. И я надеюсь, вы там с Сашей не будете больше сраться. Ну, оба нормальные, блин, обоих знаю, с обоими виделись. Нормальные, интеллигентные люди. Ну, ребят, давайте жить дружно. Что еще хочу сказать? Все молодцы, все красавцы. Костя Медиум, его команда, это вообще нечто. Они странные. То Костя говорит, блин, что-то как-то плохо у нас идет, тяжело. То они в финале, блин, просто не дают победу. На пятую карту выводят. Молодцы, это было просто вот это финал. Серьезно,
наверное, большинство Open Cup'ов просто отдыхают. Вот никто не думал, что так будет, вот. Я болел, и то я не думал, но тут такая прямо интрига завертелась. Прям молодцы. Вот финальная игра была сверхкрасивой, так что все молодцы, все красавцы. Огромное спасибо всем за то, что этот турнир сделали, за то, что все принимали в нем участие. И, конечно же, дорогие зрители, огромное спасибо вам за то, что вы этот турнир смотрели и за то, что вы за нас, за всех блогеров и команды болели. Следующий контент уже пойдет не киберспортивный, киберспортивного контента вы теперь, ребят, долго не увидите. Я понял, что, ну, в принципе, его надо очень в меру и очень редко делать. Так что, может быть, на следующем фасткапе или фэнтези-лиге. Ну, еще я хочу сказать напоследок, самым моим родным, без вас контента просто бы на моем канале не было. Рамбишечки, ежики, родненькие, готовьте попы к заселению, папочка вернулся. Всех люблю, всех обожаю, ставьте лайки, чешите яйки, вступайте в нашу армию, нагибайте всех. Рамбишечки, мы скоро увидимся с вами.